Всем привет, дорогие друзья и подруги. Мы в Орлайте, значит. Только зашел, еще не определился даже ни с чем. Какие ганы лучше, непонятно. Но здесь очень много упало с нами как-то, ребят. Ой, какой ган плохой. Ой, какой ган плохой. Турельку поставил, офигеть. Так, этого забрал. Блестяще! Фарлайт. Начался. Так, вижу. Готов. Теперь вы жнец. Нифига себе, теперь я жнец. Так, все, только высадился, значит, всех ребят здесь. Надо пролутать их. О, так, что есть? Блестяще, просто блестяще. Но мне кажется, это какие-то боты. Возродители отключены. А что такое возродители? Хера себе, он пришел, встал. Здесь машины какие-то, охереть, что происходит здесь? Акулечку хочу взять. По мне лупят, я отхожу, ладно. Готов. Блестящий, блестящий. Конечно, блестящий. Я еще одного не вижу. Поздно, друг. Блестящий, блестящий. Очень блестящий. Вроде в зоне находимся. Непонятно, просто первый раз играю. Вот на бета-этом тестировании сыграл и решил сюда зайти в первый раз. Ты видишь, что здесь происходит? Ну что, оживили, не? Посмотри, что делает. Это, я надеюсь, это, ну, возможно, люди так играют, конечно, но похоже, что люди. А сколько игроков осталось? 9. И 15 я убил. Но это я не знаю. Какие-то тренировочные, может, игроки. Либо какие-то новички совсем. То есть, ну, те, которые только зашли. Вряд ли ботов бы, ну, с таким интеллектом, типа, там, сидеть еще как-то в игру можно добавить. Скорее всего, это, ну, хоть и в бета-тестирование играл, полные новички. Типа тут хоть какой-то сейф. На бортик запрыгнуть я не могу. Но сейчас придут, ну, зона что уменьшается. Да вот же идет. Не понял, что с оружием. Победа, 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 время обеда, короче. Вот такая вот первая катка. Пойдем во вторую посмотрим. Что-то она подозрительная очень. Не, акулечка везде, во всех играх нормальная, да? Вот скинчики какие понакупали уже.
То есть, да и в прошлой катке тоже купленные скинчики были, но выглядело это так, как будто бы чувак зашел, это я, да, я должен выбрать. За кого я играю? То есть вот эти скинчики, которые были в прошлый раз, да, они все охранник. Охранник выбрать. Вот. Я клавиш еще не знаю здесь, то есть механик, и то разваливал этих. Но боты не могут быть вот этими вот купленными скинами однозначно. Но такое ощущение, что первого левела всех закинули, хотя после бета-теста я первым не был. Третий или второй, не помню. Сейчас четвертый только за эту катку. Вот, первый, второй, третий, четвертый, рассчитайся, уровень 8, там даже у кого-то уровень 61, выдающиеся какие-то есть, то есть, ну, серьезные ребята играют, серьезные ребята, это капсула какая-то, хер его знает, я как-то высадился на F высадиться, да? Я не знаю, я бы начал бы от края зоны, до хера летит, просто до хера летит. А, я никуда не это, да? Прислать, следовать, что следовать. Вот она, моя команда, получается. Летит сюда. Вот она хочет здесь что-то залутать. И я хочу что-то здесь залутать. И вон враг. Ой, блин, какое оружие. Противненькое. А эти пошустрее уже, то есть, когда 60 уровень, то есть, они играют нормально. Видишь? Здесь есть кто-то, по-любому, да. Но, кстати, надо отдать должное. Нет патронов, вообще нет патронов. Блин, у меня ни на что нет патронов. Что за место мы высадились? У меня ни к одному оружию нет патронов. Ребят, пожалуйста. Блин, а где патроны мне взять? Тут не, вообще нет патронов. Я взял к этому патроны. Вот здесь какие-то лежат. Жесть. Нет патронов. Да блять, да ёб твою. Моментальное возрождение, оживление. Чего? Чего? Какое оживление? Вы скоро окажетесь в капсуле возрождения. Какое возрождение? Что здесь происходит? Вообще, что происходит? Почему нет патронов? Почему нет патронов у меня? Зачем в такое место высаживаться? Ребята, 60 уровня. Высаживаются сюда, где нет патронов. Угу. Уйди нахер. Я в свою голову залез. Да ёб твою налево-то, а? Они будут стрелять вот по этим, а? Я не знаю, что это за команда. Так, ну чё же, еще один Farlight. Преследовать, следовать, преследовать. Преследуем. Возможно, высадимся куда-то... куда-то я не знаю, куда. Возможно, высадимся куда-то интересно. А возможно и неинтересно. Но игра затягивает. Опять, почему все в центр летят? Не пойму. Ну хорошо, хоть не на ту заправку, а куда-то в дома, значит, летят. Вот, вот эти уровни, короче, это вообще, это уровень персонажа в игре получается. Дай мне, ёб твою налево.
Да, здесь жесть, конечно. А патрики есть здесь? Здесь уже враг бежит. А я без нихера, бля. Все пушки забрали. Рукоять возьми. Я с говнецом каким-то. Во. Здравствуйте. Здравствуйте, развертывание есть. Развертывание. Развернули пушечку. О, вот это я соберу синенькую херню эту. Потом улучшусь. О, коллиматор есть. Уже хорошо. Еще наверху есть? Да ладно. Бля, это не наш. Ёб твою налево. Я жил, это не наш был. О, здесь уже какие-то наши лежат, да? Окушечку возьму. Так, а где по карте наши лежат от кисули? Ну, я врагов вижу. Нет, не вижу из-за железки этой. Понял. Наших... Бля. Наши все живые, вроде все. Понял. Можно аптечку мне. Оживление надо сделать. Так, но здесь... Долгая перезарядка здесь. Надо прикрыть. Получается, да, здесь на крыше у нас враг. И куда? Куда ты собралась? Куда ты собралась? Что там, оживили? Не, вроде оживили. Слушай, живая игра такая идет. Прицельчик поставил, слушай, ну, мне нравится. Наши взяли машины. Мы можем поставить развертывание сюда, в турельку. Блин, у нас сзади игрок. Это что такое?
5G сеть какая-то. Так, мы в зоне, зона еще не идет, я так полагаю. Ага, вижу. Ну, без снайпы, конечно. Оу! Бомбовые удары, нихера себе. Там жуткая война, а я здесь сам. Пролетел, можно сказать, бомбовый удар. Город вроде зачистил я, но вместе с этими, с игроками. Хер его знает, что они делают. Смотри, как рандомы разбрелись. Опа. Не, отсюда надо снайпу. Снайпа must have в этой игре. Ушел так ушел, ладно. Но на таком расстоянии трудно с АР-ки фигарить его. Опа. А я могу, да, поставить меточку. Так, и броню в захиль, пожалуйста. Блин! Там снайпер. Там снайпер был. Вот тут снайперки, это все, я не знаю. Снайперки здесь, это все. О, оживит. Но там снайпер есть. Ну ладно, давай первый раз в жизни меня кто-то оживит. Большое спасибо. Спасибо. А, подожди, я без нихера. Я без прицелов? Не, я с прицелом, но... Без оружия. Погнали. Мне надо сблизиться. Опа. Мне надо оживить его. Попробуем оживить. Да сейчас. Сейчас. Прицел 8x не на что ставить, понимаешь? Здесь зону закрыли вроде. Щиты, щиты. Так, мне, бля, мне жизнь похилить. Мне жизни надо похилить. Я просто механик еще не совсем знаю, не совсем понимаю здесь. Вот, но... Так-то игра играется довольно неплохо. Спасибо за щиты. Там плеер, там плеер, там плеер. Аптечку берем. 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 Патры вроде есть. Так, фиолетовое оружие, это хорошо. Они на этом, на этой херне хотят. Как мне реку перейти? Чтоб в зону добраться. Здесь вроде тишина. А, наверное, самое безопасное будет сюда. Просто переплыть. Из-под горы, наверное. Я думаю, из-под горы лучше будет.
так, меня так. У меня есть защита и есть развертывание. Ну, здесь бы я не ставил. Я бы в какой-то зоне закрепился уже. Так как снайперки у меня нет нихера в этой катке. А осталось 7 живых. Осталось 7 живых. Охереть катка-то, а? Ай. Это твой звук такой? Если нас четверо, то еще трое должны где-то быть. Опа, здесь у нас враг. Вижу. Надо крутануть их. Ну! А можно с прицела выйти этого, а? И все лежат сразу. Блин. Блин, нет. Их трое еще сзади пришел. Все, у нас, получается, никого нету, да, наших? Ёлы-палы, это было очень-очень-очень близко. Очень близко, но я ребятам дал меточку, видишь, один сразу пошел от кис. Оставалось-то совсем ничего, но что-то оставалось их дохера там больше, чем трое. Что ж, ребята, вот такие каточки, в общем, к Фарлайту я, честно говоря, привыкаю к этой пицце, к этому всему, к этому геймплею. Если хочешь, мы еще поиграем, возьмем топ-1, и я думаю, что здесь не один возьмем топ-1, надо привыкнуть к механикам, ко всему привыкнуть. С вами был, как всегда, Алекс, все, пока-пока, до скорого, увидимся.